Вот послушай, ты говоришь, ты обратилась к кому-то, чтобы продать мои картины, помочь мне, чтобы у нас в школе Человек будущего, Homo Futurus, появились деньги. Это прекрасно, но делать надо не так. Художников миллион, выставок этих миллион. Ну, кому нужны там мои картины, особенно выдающимся там этим галеристам, у которых эти художники очередями стоят, чтобы им выставку сделали. И они уже запрашивают там такие деньги, чтобы их картины кому-то показать. Да ни в коем случае. Я людям нужен, а не потому, что я художник, а потому, что я автор того самого метода ключ, которым пользуются миллионы, которым пользуются все лица опасных профессий во всех министерствах и ведомствах, МЧС России, Минобразование России, потом ФСБ России, потом, значит, ГРУ России, потом, ну, все силовые министерства и ведомства используют метод ключ при подготовке своих кадров. Я тот самый человек, который создал этот метод в Центре подготовки космонавтов в 1981 году для моделирования состояния человека невесомости в земных условиях, чтобы космонавтам в полете в невесомости быстрее мог адаптироваться. Я тот самый человек, который выводил из стресса в Беслане, в Кизляре, в Каспийске, после шокового стресса, но когда психологи там вообще ничего не могут сделать, это в те годы, когда человек в таком стрессе, он не слышит психолога. И поэтому я придумал тогда вместо подбора слов, которые человек не слышит, подсказать ему подбор действий. Вот ключ же это принцип подбора путем перебора действий, которые синхронны текущему индивидуальному состоянию человека. И каждый человек может сам себе подбирать эти действия, которые ему заменят подбор слов психолога. И когда он действия подбирает, а он так инстинктивно и делает, когда он нервничает, он ходит туда-сюда по комнате, там, или голову чешет, или жвачку жует, помогает мозгу лучше решать проблемы, снимая повторяемые движения, лишнее напряжение. И там у нас есть разгрузка и перезагрузка. Это контент, которого нету в мире. И поэтому, если посмотреть весь интернет на русском, на английском, на французском, именно мои книги там стоят. Я был в бренде «Пять российских авторов в Париже», издательство «Экономика», на французском языке книга. У меня на английском языке синхрометод ключ. Слушай, вот так надо представить мои картины, что это тот самый автор, который бабушкам помогает продлить долголетие, который дедушкам помогает, который развивает у людей, дает им такие простейшие приемы и критерии, чтобы они подбирали сами для себя такие действия, которые для них наиболее приятные, с помощью которых они регулируют свое давление, свое напряжение, повышают стрессоустойчивость после всяких вирусов. У меня есть там синхронасос по методу ключ. Ну, слушайте, я такой парень, да, ну, елки-палки, но стыдно не знать метода ключ. Вот когда ты с этого берешь и говоришь, вот этот самый человек, набери, например, в Гугле «Хасай», сразу выскочит Хасай Алиев. Набери, например, канал YouTube «Метод ключ Хасая Алиева», или просто в Википедии набери «Метод ключ», и все будет понятно. Потому что метод ключ, часть метода ключ под названием синхрогимнастика стоит в учебнике для 10-11 классов профессора Матвеева, для российских школ. Пожалуйста, если это его имя в учебнике стоит, да вы гордиться должны, что вы этого человека знаете. И вы будете толпой стоять, чтобы его картину на своей выставке поставить, дорогие друзья. Вот с чего надо начинать.